Военные комиссариаты обязаны будут уведомлять руководителей организации о том, что у них работает человек, уклонившийся от службы в армии. После получения данного уведомления у организации будет всего 10 дней на увольнение этого человека и оповещение об этом военного комиссариата. Гражданину, не служившему в армии, закон предоставляет право присутствовать на заседании призывной комиссии, которая признает его уклонистом, а также предоставляет на рассмотрение комиссии документы для доказательств законности отказа от службы. Таким образом, с учетом изменений законодательства, вступившим в силу 6 августа текущего года, только по истечению 10 лет гражданин может претендовать на замещение должностей государственной или муниципальной службы. Покинуть пост государственного или муниципального служащего придется только тем гражданам, кто занимает должность с 2014 года. На лиц, замещающих данные должности более 3 лет, изменения не распространяются.